кусаются. В общем, сегодня 138-й день, сегодня 10 августа, и сейчас мы будем подниматься 4 с лишним мили просто резко в гору. В общем, удачи нам! Ручьи текут прям по тропе. Восемьсот прошли миль, и мы почти на верхушке горы. Как она называется? Мус Лейк как-то так. Ага, что-то мус начинается. Еще до самой верхушки одну милю, да? Один где-то. И нифига не будет видно. И прохладненько просто так стоять, потому что все мокрые. Прекрасные виды на верхушке горы. Холодно, нереально. Все, дризл этот. Я это называю дризл. Ну, короче, типа дождь моросит из-за того, что ты в облаке, и он влажный. И можно по моим очкам увидеть. Вот. Ни хрена не видно. Завтракаем. Решили сделать кофеёк, чтобы согреться. Как раз время для кофейка. Дошли до вершины. Как это? Мусилук. Мусилайк. Не знаю, как читается. 4802 фит. Посмотрите на эти прекрасные виды. Где вы такое еще увидите, кроме как в Нью-Хэмпшире? В общем, мы молодцы. Мы замерзли, мы мокрые, потому что дризл. Очень смешное слово, мне оно очень нравится. В общем, надо идти. Все, всем пока. Бургера, кучу печенек, чипсы, полтора, как этот, Body Armor, или как он называется, не знаю. Это было очень вкусно, такие душевные люди, такие хорошие, пообщались, посидели, отдохнули, надо возвращаться, еще 8,5 миль идти. Время уже 8 часов, мы, можно сказать, только пришли недавно, быстро. Андрей пока ставил палатку, я сходила за водой. Я думаю, что мы даже сегодня не прошли 16 миль. Жесть.
говорили все, что whites будут тяжелые. Но я думала, будут тяжелые из-за того, что подъемы. Но нет, даже когда идешь по ровной, я не знаю даже, как это объяснить. Это просто жесть. Это, наверное, самая худшая тропа вообще, вот этот участок на Плачинской тропе. В том плане, что очень тяжелый. Все говорили, что ты будешь идти в два раза медленнее, мы не верили. И обычно мы ходили где-то 18-20, я говорю, что мы сегодня не прошли даже 16, с учетом того, что мы начали очень рано, где-то в 6:30, и пришли уже вот 8 часов, когда уже практически темно. И мы даже вообще не дошли до того места, куда мы планировали. То есть мы чуть-чуть вперед, буквально 0,5-1 милю, хотели остановиться около водопада, но я сказала Андрею, говорю, что какой смысл, если мы сейчас придем, уже будет темно, и мы все равно ляжем спать, завтра проснемся, быстро соберемся и уйдем. Вот. Так что где-то в полтора раза медленнее мы шли, хотя старались. Ну, то есть мы не останавливались особо, просто из-за того, что тропа тяжелая, идешь вот медленно там, то подъемы, то спуски, то ветки, то камни, то поднимаешься, то спускаешься, короче, жесть. И устали просто нереально. Радует то, что завтра идем в хостел и будем останавливаться там на две аж ночи, будем отдыхать. Вот, пошла, ладно, я. Стелиться, купаться, кушать, отдыхать. Надо быстрее ложиться спать, чтобы завтра быстрее проснуться. И завтра нам еще останется идти где-то 8 миль. И которые, скорее всего... То есть обычно мы бы прошли за 4 часа. То есть с учетом того, что опять подъемы, всякие спуски. Будем, наверное, идти 6 часов в среднем. Вот. Но надо смириться, стараться подстроиться, и я буду сейчас уговаривать и говорить Андрею, чтобы идти короче дни, там, не знаю, 12 миль, скажем, останавливаться в 5-6 часов с красивым видом и наслаждаться, а не идти вот так допоздна и потом приходить уставшими, никакущими, то есть ради чего это все. Ладно. Увидимся завтра. Всем пока.